На пороге Новый год. Пусть он счастье принесет. Радость, сказку, чудо, смех, удовольствие для всех. Кто в чудесный праздник верит, открывайте шире двери. Новый год уже в пути. Хочет в гости к нам зайти. О, а вот и мои сани приехали. Пора выезжать с подарками. Олененок, бороду мою видно? Отлично, пойдем. У нас тут гость. Сабина, здравствуй. Рад тебя видеть. О, подожди, кажется, новое письмо пришло. Мне всю зиму пишут дети. Приятно, что не забывают про Дедушку Мороза. Надеюсь, это письмо от тебя. Так. Что-то я ничего не вижу, без очков, совсем старый стал. Олененок, ты не видел мои очки? Нет? Ну ладно. Быть может, ты поможешь мне найти мои очки? Сам я вечно все теряю. Ты случайно не видишь, где они? Здесь? Ну-ка, покажи еще раз. Где? Ах, вот же они. Ну, хорошо, нашлись. Спасибо тебе большое. Ух, сколько же писем пришло. Дай-ка я тебя рассмотрю хорошенько в очках. Какая же ты большая стала. Ну, еще бы. Тебе уже 10 лет. Совсем взрослая. А в следующем году еще больше станешь. Открою тебе секрет. Каждый раз перед Новым годом я слежу за детьми, кто и как себя ведет. Вот ты, например. Любишь гулять – это правильно. Лучше всего гулять сейчас зимой. Посмотри, какое вокруг все белое и красивое. Не то что летом. Ни снеговика слепить, ни в снежки поиграть. Для чего же тогда гулять, а? Ну что, Сабина, вижу, ты большая молодец. Давай создадим праздничную атмосферу. Вот так. И так. Да, смотри, как красиво стало и уютно. А елочка у нас на голосовом управлении. Поможешь? Давай-ка вместе. Итак. Раз, два, три. Елочка, гори! Давай еще раз. Надо хорошенько постараться. Ну-ка. Раз, два, три. Елочка, гори! Ну вот, совсем другое дело. Большое тебе спасибо. Какая прекрасная елочка. Ну что, пришло время подарков. Вон их сколько у меня. Большое спасибо тебе за всю твою помощь. Без тебя Нового года могло бы и не быть. Поздравляю тебя с праздником. Желаю тебе исполнения всех-всех твоих желаний в будущем году. Пока. Подожди, совсем забыл! У меня же куча дел в новогоднюю ночь! И нужно всем развести подарки! А поздравить хочется всех детей! Представляешь? Поэтому мне будет очень приятно, если ты поделишься этим видео со своими друзьями! Ведь они тоже ждут встречи со мной, как и ты! Ну все, увидимся в следующем году!